8:55, 27 октября 2024 год. Воскресенье. Меня под квасик осенила охерительная мысль. Вот пюре, а вот лосось дальневосточный, соломка Сильвер. Берем эту соломочку и втыкаем в пюрешечку. Я однажды втыкал в пюре кусочки колбаски сервелат, и получалось охренительно вкусно. Посмотрим, как это будет. Как будто эти, блин, графитовые стержни в атомную хуйню втыкаю. Карательная кулинария. Вот так вот. А как проходит ваше воскресенье? Какая у вас карательная воскресная кулинария? Поделитесь в комментах.